Так Нижегородским оркестром не управлял еще никто. Его манеру называют дирижерским танцем. Фабио Мастранджело открыл 5-й фестивальный день. Дирижер Апеннинского полуострова настолько полюбил Россию, что переехал сюда жить. И в музыкальных кругах считается самым известным итальянцем в России. А самый известный русский в Италии – это, конечно, Сергей Крылов, один из лучших скрипачей мира. Крылов и Мастранджело давно дружат, но выступают вместе впервые. Я очень-очень рад, что мы с Фабио наконец-то сыграем вместе. И наш русско-итальянский дуэт, конечно, экстраординарио. Когда мы поговорили много месяцев назад по телефону с Сережей, он сразу сказал, ну давай концерт Чайковского, потому что он так любил Италию, что просто хочется его сыграть. После первого отделения музыкантов долго не отпускают со сцены, зрители встают с кресел. Так просит бис, хотя обычно до антракта его не бывает. Но Сергей Крылов уже в третий раз под несмолкаемые аплодисменты выходит со скрипкой. Он знал, что тысячи поклонников ждет 24-й каприз Паганини. Надежда Куканкова, Ксения Доринова, Василий Низов. Объективно, ННТВ.